Жизнь человека исполнена святым духом, который повинуется друг другу в страхе Божьем. А... Третий аспект такой жизни ⁇ это отношение начальников и подчиненных. Есть даже такой анекдот про то, как один мужик хвастается другу, говорит, прикинь, вчера был я... Как бы смелость меня такая обуяла, пришел в кабинет шефа и изо всех сил прям стукнул кулаком по столу. Второй ему говорит: "Ну и что?" Он говорит: "Ну ты представляешь, как раз вовремя. Завтра он возвращается из командировки." Отношения начальников и подчиненных, конечно, загадка. Сегодня это такая сфера, где происходит множество конфликтов. Зачастую начальники и подчиненные находится как бы в двух враждующих лагерях. Поэтому даже существует поговорка. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Алчность всему виной. Это причина взаимного недовольства. Причем алчность это грех начальников и грех подчиненных. Желание иметь больше при минимуме затрат. Вот именно такое, такой грех разрушает Нормальное отношение между начальниками и подчиненными. Поэтому это больная тема. Конечно, вы скажете, наставление апостола Павла относится прежде всего к господам и рабам. Но в нашем обществе рабов сейчас не бывает. Да и в новозаветное время э, только очень богатые люди имели ну, вот таких рабов, которых называли говорящие инструменты хотя это тоже была проблема и мы о ней поговорим в основном подавляющее большинство мелких как бы мы их сейчас назвали коммерческих предприятий ну каких-то ремесленных таких э артелей управлялось семьей и рабы были ну как члены этой семьи конечно они были собственностью хозяина ну о, о, о них было принято заботиться и Отношения рабовладельца и слуги, в общем-то, часто было похоже на современные отношения между начальниками и подчиненными. Поэтому мы не будем углубляться в поиск, так сказать, первоначального смысла этих отношений. Мы их будем сразу переносить на отношения современных работодателей и работников. Я думаю, что эти принципы, они работают и в наши дни. Итак. Христиане строят свои деловые отношения на принципах повиновения. Давайте прочитаем. Опять же, вспомните тот 21 стих из 5 главы. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души» служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Итак, Христиане строят свои деловые отношения на принципах повиновения. И опять два выражения вот этого христианского повиновения в отношениях между начальниками и подчиненными. И опять что-то говорится о повиновении подчиненных и что-то о повиновении начальников. Итак, в чем повиновение подчиненных? Это повиновение можно выразить вот таким словосочетанием. Работа высшего качества. Во-первых, Павел говорит, что вот работа высшего качества со стороны подчиненных должна выражаться в послушании. Это означает, что начальника нужно уважать. Буквально написано, пятый стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом». Ну, со страхом и дрожью. Это означает проявлять уважение. Бог поставил вот этого человека вашим начальником. Здесь мы должны быть очень сильно уверены в мудрости Божьей и в Божьем проведении. Потому что если бы Бог захотел, чтобы начальником был ты, он бы сделал начальником тебя. Но Бог так распорядился, что у тебя вот этот человек начальник. Поэтому ты должен смириться с таким положением. Конечно, у тебя есть свобода. Павел в другом тексте говорит, если раб может сделаться свободным, то пусть ну, воспользуется этим. Конечно, мы сейчас вправе сменить своего начальника, но ну, в том смысле, что найти другую работу, если уж тебе совсем не нравится. Но это совсем уж крайний случай. Вообще, Писание призывает нас уважать своего начальника. Причем не по принципу дашь на дашь. Опять же, ты мне, я тебе. Восточная притча про Хаджу на Средину гласит, что когда-то могущественный мир спросил его, кого ты больше всего уважаешь на свете. Хаджа подумал и говорит, я уважаю того, кто расстилает передо мной богатый достархан и не скупится на угощение. Тогда эмир сразу вскричал: "Приглашаю тебя завтра на праздник. Ну и я тебя начну завтра уважать". Тогда ответил а, хаджа: "Уважайте априори, как говорят компьютерщики, по умолчанию уважайте своего начальника". И даже Екклесиаст пишет, что если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй место твоего потому что кротость покрывает и большие проступки. Даже если начальник разгневался, это еще не повод сразу увольняться или жаловаться на начальника. Постарайтесь его понять, может быть он в чем-то и прав. Особое, конечно, положение у тех братьев и сестер, у кого начальники верующие. Это, кстати, сегодня не такая уж и редкость. Я вам вообще скажу, конечно, я был начальником над верующими братьями и сестрами. Это, на самом деле, наказание Господне какое-то. А начальствовать над верующими, ну, хуже нет. Хуже работников, чем верующие. к сожалению, сегодня найти трудно. Потому что верующие сотрудники, они очень сильно расслабляются. Начальник брат, поэтому можно работать спустя рукава. Поэтому в первом послании Тимофея Павел особо указывает: те, которые имеют господами верных, то есть верующих, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевай. Я помню, мы пригласили верующую бригаду штукатуров в церковь, чтобы они ну, сделали нам арку. Арку сделали кривую. Да, такая была, какая-то неарочная. И когда братьям сказали: братья, ну переделайте, пожалуйста, ну что вы сделали такое? Ну, мы вам все-таки работу дали, ну, деньги заплатили, не обидели вроде вас. Ну, что и так сойдет. Мы же братья, давайте с не зайдем. Пришлось нанять неверующих. Неверующие переделали. Ни слова не говоря. Переделали чужой огрех. И это стыдно на самом деле. Стыдно, когда э, мы сплетничаем о начальстве, перемываем начальству косточки. И я всегда говорил людям, которые ну, э, критикуют начальство, ну так, в кулуарах только, как, которые не способны это сказать начальнику и в лицо. Есть заповедь, начальствующего в народе твоем не злословь. И если ты тут сидишь и бубнишь себе под нос, не надо здесь сидеть и бубнить. Иди и скажи это начальнику. Скажи честно ему. Вырази свое недовольство. Ну, что ты за его спиной перемываешь ему косточки? Это очень важно. Уважайте начальника. Начальствующего в народе твоем не злословь. Далее Павел говорит. Доверяйте начальнику. Дальше пятый стих. Повинуйтесь господам вашим по плоти, Простоте сердца вашего, как Христу. Слушайся в простоте сердца. Крепче будешь спать, проще тебе будет вообще жить. Если ты начинаешь строить длинные какие-то логические цепочки, то ты тем самым, в общем-то, говоришь, что Бог вообще никак в твоей жизни не участвует. Бог забыл о тебе, а все в руках этого деспота начальника. Тогда ты не доверяешь Христу, когда начинаешь не доверять начальнику. Почему я должен делать вот это? Почему мне поручили? У вас и больше зарплаты, пусть он и делает. Почему именно мне нужно этим заниматься? Почему у меня не такая высокая зарплата? Ой, опять этот самодур чего-то удумал. Это не послушание, и это грех. Далее, будьте честны перед начальником. Смотрите. Повинуйтесь господам своим по плоти, э, ну, это господам по плоти, не по плоти повинуйтесь, а, ну вот господам, в смысле, не богу. Ну, не с видимостью, только услужливостью, как человеку угодники. Интересно, что видимая услужливость, э, греческое слово офтальма-дулайн, э, вернее, офтальма авта, а, Дулиан. дулиан Заговариваюсь, офтальмодульон, вот как же это слово. Видимая услужливость, и э, вот, э, как бы, это выражение означает пускать пыль в глаза. Э, служить только для глаз. Раболепель, стивая угодливость, усердие только для вида. Э, есть история про Ярослава Гашика, ну, чешского писателя. Он ехал как-то на поезде э, и проезжал через Мюнхен, ну, это столица Баварии. И там э, знаменитые сосиски. Гашек был очень голоден, а поезд стоял всего 10 минут. И он боялся, что если он побежит за сосисками, то опоздает. И вот он увидел рекламу сосиски по 10 фенингов. И он подозвал какого-то мальчишку значит, дал ему 20 фенингов и говорит: пойди купи э, мне одну сосиску, ну, а одну себе можешь купить. Вот я тебе 20 даю. Ну, мальчишка побежал. Через 10 минут ровно возвращается, на ходу дожевывает сосиску, и Гашку протягивает 10 фенингов. Говорит: А там, знаете ли, одна только сосиска осталась. На самом деле мы очень часто и работаем вот так вот. Как бы получить от начальника выгоду, чтобы за его деньги получить себе хорошую зарплату, а ему пусть как бы у него ничего и не будет. Не очковтирательствуй, будь честен. А в России это, знаете ли, очень распространенный грех, начиная от потемкинских деревень, пустить пыль в глаза начальству. И даже Александр Солженицын, если вы читали один день Ивана Денисовича, он выказывает там народную мудрость такую в кавычках. Работа, она как палка, конца в ней два. Для людей делаешь, качество дай. Для начальника делаешь, дай показуху, а иначе бы давно все подохли, дело известное. Если э, для начальника делаешь, надо давать показуху. Это неправильно, это грех. И что интересно, не с видимой услужливостью, как человеку угодники, не заискивай перед начальником. Вот это тоже очень важно. На самом деле лесть и заискивание это тоже грех. Работай как для Господа. От него невозможно скрыть недостатки в работе. Для Господа работаешь. А мы об этом еще поговорим. Но не заискивай перед начальником. А то, знаете, есть анекдот про то, как босс заходит в комнату к подчиненным, ну и как бы желая показать свою демократичность, рассказывает анекдот, старый и не смешной. Все смеются, и не смеется один только. Его спрашивают, а ты-то чего не смеешься? Он говорит, а мне-то все равно, я завтра увольняюсь. Очень часто вот перед начальством там заискивают, пытаются льстить. На самом деле это неприятно самому начальнику, как правило. И это плохо характеризует вас как работника. Не будьте человеку угодниками. Далее. Работа высшего качества подразумевает отношение к труду как к воле Божьей. На самом деле это вот та самая протестантская трудовая этика. Сегодня православные сектодавы вроде Кураева, они пытаются очернить изобретение протестантов, протестантскую трудовую этику. Они ее при... объясняют народу упрощенно. Я слышал, как Кураев говорит, вот эти протестанты, они считают богатство доказательством Божьей любви. Если ты не богатый, значит Бог тебя не любит. Поэтому протестанты очень много работали, чтобы всем доказать, что они избраны и Бог их любит. На самом деле корни тру протестантской трудовой этики совсем в другом. Протестанты первые, кто провозгласили труд обыденный труд как служение Господу. Для православных труд это проклятие, это результат грехопадения. Поэтому идеалом православного, скажем так, святого человека является отшельник, который удалился от общества, который живет, ну только работает для себя которые, в общем-то, обслуживают только самого себя. А трудиться на благо общества, ну, нет такого понятия. Ни в православии, в принципе, ни в католицизме. Это впервые было провозглашено протестантской церковью. Это основа протестантской трудовой этики. Я обычный сапожник, но я делаю сапоги так, как будто я их делаю для Господа. Я обычный уборщица, но я убираюсь так, как как будто я это делаю для Господа. Поэтому используйте творческий подход, работайте, вкладывая душу, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. И апостол Павел это хорошо понимал, поэтому апостол Павел, конечно, сторонник протестантской трудовой этики. Работа – это воля Божья, выполненная от души. Вы не только должны выполнять э, требуемые от вас обязанности в минимальных размерах. Сказали тебе от сих до сих, вот и сделай от сих до сих. Нет, старайтесь сделать больше, лучше, качественней. Проявляйте инициативу, вкладывайте душу. Пусть ваша работа станет любимой работой. Любите ее, служа с усердием, а усердие значит благожелательность относитесь к работе имея добрый ум, доброе отношение. Для Господа любой труд в радость. Ведь если бы Господь попросил вас, вот сам Господь попросил вас сделать то, что вы делаете обычно по работе, вы бы наверняка это сделали с радостью. Это очень хорошо знают женихи, когда они выпендриваются, значит, перед своей избранницей. Для них в радость там помыть посуду, ну, как-то показать. Вот я какой, вот посмотри, вот я хорошим мужем буду, выбери меня, пожалуйста, красавица моя. А, влюбленные юноши это делают с удовольствием. А, влюбленные в Господа христиане тоже должны делать любую работу с удовольствием. Посмотри, Господь, все это для тебя я делал. И, конечно же, работа высшего качества подразумевает упование на награду от Господа. Восьмой стих, посмотрите. «Зная, что каждый, если что сотворит доброе, то и получит обратно от Господа, будь то раб, будь то свободный». Все, что мы получаем, мы получаем от Господа. Это очень важно понимать. Платит нам не наш начальник, платит нам Бог. Это всегда важно понимать. Начальники, конечно, иногда воруют то что, <laughs> то, что Бог нам должен заплатить, но об этом мы чуть позже поговорим. Работодатель, на самом деле, может не оценить ваше усердие, он может быть безразличным к вам, может быть, кто-то другой пожинает плоды вашего труда, может быть, кто-то подсиживает вас. К сожалению, такое бывает. Но Бог об этом знает, Он вознаграждает. Ни одно доброе дело, совершенное во имя Его, не останется незамеченным. Будьте уверены. Бог все это скрупулезно записывает. И он воздаст. Однажды воздаст. Я читал про одну миссионерскую читу. Они уже были пожилыми, они всю жизнь свою были миссионерами в Африке. И будучи уже совсем старенькими, они вер... решили вернуться домой они подготовили себе замену, и вот они поехали домой на пароходе. Они сами были из Америки. И с ними на пароходе вместе ехал Теодор Рузвельт. Он приезжал в Африку ну, на сафари, просто поохотиться на диких зверей. И вот они приплыли в Нью-Йорк. Рузвельта, естественно, встречал оркестр, дорожка красная, там люди с цветами, а эту пожилую пару миссионеров не встречал никто. И вот жена мужу говорит: слушай, мы несколько десятков лет отдали Господу. Да, вот. Почему же Господь вот так сделал? Этот вот наш президент, там, он просто по охоте съездил, а его так встречают. А мы приехали домой, и никто не встретил нас. И вот вечером они склонились на молитву перед сном. И как бы услышали ответ от Господа. Дети мои, вы хотите знать, почему вы еще не получили свою награду? Просто вы еще не пришли домой. Это еще не ваш дом. Не беспокойтесь. Награда ваша никуда не денется. Все получите необходимое. Все очень точно записано. Бог не допустит несправедливости. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте тв ком. Но перейдем к начальникам. Повиновение начальника – это, конечно, доброта. В древнем мире это было редкое качество для начальства потому что господа своих рабов не считали очень часто за людей раб был живым орудием говорящим инструментом ничем не лучше скота в законе все было ясно если раб убегал его хватали ставили на лоб клеймо в виде буквы f. Фугитивус Беглый. В худшем случае его казнили, убивали. Мы знаем из примеров римской истории жестокое обращение с рабами. Император Август приказал распять раба только за то, что тот убил его любимого перепела. Ведий Поля бросил раба в пруд на съедение миногом, хищным рыбам, за то, что тот уронил и разбил хрустальный кубок. Римская матрона из рассказа Ювенала убивает раба просто потому, что у нее плохое настроение. И когда ее пытаются в этом устыдить, она говорит: это моя вещь, я что хочу с ней то и делаю. Рабыни, прислужившие своим госпожам, очень часто ходили с вырванными волосами, с разорванными щеками, поцарапанными ногтями своих э, хозяев раба клеймили, если он потерял пару полотенец. Что бы господин не сделал рабу незаслуженно, во гневе, преднамеренно или без умысла, это правосудие, справедливость и закон. Так гласил Римский кодекс. И вот среди вот этого древнего мира апостол Павел провозглашает совершенно революционные принципы отношения к своим подчиненным, к своим рабам. Вы должны быть добрыми, говорит Павел. Доброта. Относитесь к подчиненным так же, как они должны относиться к вам. Интересно. Павел говорит, что рабы, как и жены, должны повиноваться, как если бы это был Христос. Но это обязательство взаимное. Заметьте. А также, здесь написано, да? И вы, господа, поступайте с ними так же. То есть таким же образом. Как они к вам относятся, так и вы. Они должны уважать вас. И вы их уважаете. Они должны доверять вам. И вы доверяете. Ну, давайте еще раз вспомним. То есть как же? Уважайте. Они должны вас уважать. И вы их уважаете. Не делайте их жизнь невыносимой. Иначе вы пожнете бунт. Не сдавайте своих сотрудников. Если вы начальник, ни в коем случае нельзя своих сотрудников сдавать перед вышестоящей организацией и так далее. Всегда стойте за них горой. Будьте тактичными, даже если вам приходится увольнять сотрудника. Это вообще всегда неприятно, увольнять сотрудника. Но сделайте это максимально тактично. Я читал, как один американец увольнял свою сотрудницу. Он долго репетировал там, перед зеркалом, на жене своей репетировал. И в конце концов сказал так: миссис Джонс, вы так великолепно справлялись со своими обязанностями. Я даже не знаю, что бы мы делали без вас. Ну, с завтрашнего дня мы попробуем. Ну, даже вот так уволил. А... Не знаю, как мы без вас обойдемся. Ну попробуем. С завтрашнего дня. А... В любом случае делайте это с уважением. Цените уникальных сотрудников. Это особенно важно. Таких, каких вы больше нигде не найдете. Говорят, что одна оперная певица ее пригласили петь, ну там, при дворце императора. И она запросила довольно большой гонорар, на что император сказал, слушайте, мадемуазель, меня генералы меньше получают. На что она справедливо ответила, ну что ж, пусть генералы вам и поют. А если сотрудник ценный, цените его, уважайте. Иначе это будет плохо. Дальше. Доверяйте своим сотрудникам. Не бойтесь доверять. Не делайте все сами. Если вы руководитель христианин, не будьте дубом, таким большим деревом, под которым ничего не растет. Это беда многих христианских руководителей. Они настолько яркие и харизматичные личности, что рядом с ними абсолютно не может расти, скажем так, молодая поросль. Они не доверяют молодежи, и в этом их проблема. Будьте честными со своими сотрудниками. Не платите меньше, чем надо. Не обманывайте работников. Не нагружайте их сверхмеры. Как один батрак своему хозяину сказал Вы знаете, мистер Джонсон, я работаю у вас и чувствую угрызение совести. Почему вы чувствуете угрызение совести? Мне кажется, что я лишаю работы как минимум трех лошадей. Будьте, пожалуйста, честными. Сами любите свою работу. Если от подчиненных требуется, чтобы они любили свою работу, то и вы должны ее любить. Иначе никто не будет работать с огоньком. Если босс сам не энтузиаст своего дела, то подчиненные тем более работают спустя рукава. Но многое можно простить начальнику, который сам костьми ляжет за дело, который сам в этом глубоко заинтересован. Ждите награды или прибыли от Господа. Если они должны ожидать награды от Господа, то и вы ожидайте. Вся прибыль от Господа. Не вините сотрудников. Молитесь. Ждите. Будьте терпеливы. Но дальше еще есть несколько повелений к начальникам. Видите, к начальникам больше требований опять. Далее в 9 стихе Павел еще дает повеление. Умеряя строгость. Сдерживайте карательные меры, утишьте угрозы. А, начальник совсем не может прожить без нагоняев. Это так устроены начальники. Иногда нагоняй подчиненным нужно устраивать. Но а, вот здесь Павел говорит: не уберите угрозы, а умерьте их, умеряя строгость. То есть укоротите свой кнут и напеките побольше пряников. Но вообще, тут есть большая проблема. Часто начальники наказывают подчиненных за свои собственные ошибки. Это они создали в компании провальную ситуацию, а наказывают сотрудников, расплачиваются за это работники. Есть такой старый советский лагерный анекдот. зеки пришли на обед, а на столовой висит объявление. «Сегодня обед будет выдаваться у южных ворот». Ну, все побежали к южным воротам. А там объявление, значит, «На самом деле сегодня обед будет выдаваться у северных ворот». Значит, все к северным воротам подбежали, а там объявление. «За беготню по лагерю обед отменяется». А, то есть начальники сами поставили людей в такое условие, а потом их наказывают за то, что это условие не было выполнено. Не делайте такого. Помните о вашем общем начальнике, говорит Христос, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Начальники, если вы стали начальником, помните, что на вас могут пожаловаться в самую высокую инстанцию. Об этом пишет Иов, он был хорошим начальником. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Иаков пишет. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Бог нелицеприятен, если вы задержали зарплату, если вы заплатили меньше, если вы как-то нечестно поступили с подчиненными, знайте, Бог отомстит за это. У Бога все учтено. Что сказать в заключение? Крестьяне строят свои деловые отношения на принципах повиновения. В советское время певица Гелена Великанова пела такую смешную песню про то, что у папы плохой начальник, может быть вы помнили, папа он совсем не уважает, а только ругает и ругает, ну как бы от лица ребенка. И из-за этого папа стал там очень грустный, суп ему кажется невкусным по этой по самой причине, игрушек мне совсем никто не чинит, а недавно, конечно же случайно раздавил мою любимую матрешку. И заканчивается песня. Папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста Будь хорошим. А на самом деле, повиновение это повинение для начальников и для подчиненных. Повиновение подчиненных это работа высшего качества. Послушание, выражаемое в уважении начальников, в доверии, в честности, отношение к труду как к воле Божьей, работайте, вкладывая душу, любите свою работу. Упование на награду от Господа. Повиновение начальника — это доброта. Относитесь к подчиненным так же, как они должны относиться к вам. То есть все вот это вот тоже выполняйте. Ну и плюс к этому — сдерживайте карательные меры и помните о вашем общем начальнике. И тогда все в ваших деловых отношениях будет хорошо, как у людей, исполненных Духом Святым. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарии.